В Караганде прошла акция «Ночь скидок». Именно в эту ночь карагандинцы показали всю свою страсть к шопингу. Она и в другие дни не меньше, но эта ночь особенно. Туроператор «Витур» подготовила для горожан необычные подарки. О том, как прошел шопинг, смотрите в репортаже Амины Смаковой. Друзья мои, желаю искренне... Сегодня в одном из торговых домов города проходит ночь скидок. Спонсором данного события является компания «Витур». По окончанию мероприятия те карагандинцы, которые приобретут как можно больше товару, получат от компании неожиданные призы. Наша компания «Витур» дарит путевку на двоих в Турцию на бархатный сезон. Туристическая компания «Витур» предоставляет комфортные и разнообразные места для проведения отдыха горожанам и в другое время. Хорошее обслуживание, полезные рекомендации отдыхающим позволяют людям на высшем уровне провести свой отпуск, причем во всех уголках мира. У нас множество вариантов отдыха в любом направлении. Также сейчас близится зимний сезон, мы можем предложить горнолыжные курорты в Швейцарии на Новый год и на Рождество. Также можно поехать на Новый год в Мексику, в Америку, в Японию. Можно также на морские круизы, семейные поездки в парижский Диснейленд с детками. Разнообразные острова на Мальдивы, Сейшелы, Канары. Ну и также обычные пляжные курортные отдыхи. После того, как был объявлен такой приз, карагандинцы тут же ринулись во все бутики закупать вещи. С таким же бешеным рвением люди накинулись и на предложенные угощения от французской столовой Bien Venue. Это заведение отвечает всем европейским стандартам. Уютное, выдержанное во французском стиле, со дня своего открытия Bien Venue старается постоянно удивлять своих посетителей. Для акции «Ночь скидок» кондитер французской столовой приготовил множество необычных сладких сюрпризов. Мы приготовили традиционные такие... так сказать, десерты. Это тарталетки, эклеры, торт Наполеон и безе. Все те самые фишки во французской кухне, именно вот то, что касается десертов. Сладости, хорошая концертная программа не переставали удивлять карагандинцев на протяжении всего мероприятия. Стоит ли гадать, как горожане отнеслись к такому неожиданному и приятному призу от компании «Витур»? Это, конечно, хорошо. Жалко, что я не участвую в выигрыше этого приза, но круто. А ну, считаю, достойно. В отличие от того, что было в прошлые годы, когда раздавали айпэды, ну и тому подобные вещи. Здесь как-то действительно по-летнему. Я думаю, то, что это самое такое интересное, то, что может человек сегодня получить. Хороший приз. Вот сейчас все стоим и ждем, когда будут разыгрывать путевки. Очень надеемся выиграть. Сейчас ждем путевок, когда будет розыгрыш путевок. Надеюсь, что-нибудь выиграть. Судя по такому ажиотажу и огромным пакетам с вещами, по окончанию мероприятия посетители забрали вожделенный конверт с путевкой на двоих от компании «Витур». Амина Смакова, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.